Татьяна Арнтгольц показала подросшую дочь от Ивана Житкова. После напряженной работы актриса решила отправиться в отпуск. Вместе со своим супругом Марком Богатыревым, их сыном Данилой и дочерью от первого брака Марией Татьяна отдыхает в Таиланде. Знаменитость опубликовала совместные фото с дочерью. Какое счастье! Взрослые дети! Они становятся лучшей компанией, главной поддержкой и опорой. «Дочь, я люблю тебя», – написала Арнтгольц. В Таиланде в это же время отдыхает и Иван Житков. В интервью актер неоднократно говорил, что с Татьяной Арнтгольц им удалось остаться друзьями. Бывшие супруги иногда встречаются и отмечают вместе все праздники, связанные с жизнью их дочери. Напомним, что в августе 2023 года стало известно, что Мария съехала от мамы к отцу. Решение наследницы актриса восприняла спокойно и теперь старается как можно чаще встречаться с дочерью.